Два месяца прошло с тех пор, как в Омске оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил проведение занятий физкультурой в спортивных объектах – на стадионах, фитнес-залах, бассейнах. 8 октября представители Министерства спорта Омской области проверили подведомственные учреждения на предмет соблюдения санитарных норм. Первыми посетили Омский велоцентр, Центр единоборств, Манеж «Сибирский нефтяник» и физкультурно-оздоровительные комплексы на улицах Конева и Дианова. Которые нас обязывают, это социальная дистанция. В связи с этим возникает вопрос в ограничении количества посетителей, которые заходят к нам в раздевалки, это бассейна или тренажерного зала. Значит, ограничение и предварительная запись для тех посетителей, которые используют нашу фитнес-зону, в зависимости от метража и размеров площадей. Ну и, соответственно, полная дезобработка в течение 2 часов, что нам также приписывает главный санитарный врач и методические рекомендации Федерального Роспотребнадзора. Это в течение, после каждых 2 часов проводится дезинфекция как спортивного инвентаря, так и объекта спорта. Наличие масок, средств для обработки рук, разметки для социальной дистанции на полу и креслах, проведение термометрии у сотрудников и посетителей, проветривание, обработка помещений и инвентаря. На это обращали внимание во время инспектирования спортобъектов. Оперативный штаб Омской области принял решение проверять организации. Мы сейчас находимся в подведомстве нашей организации «Омский велоцентр». Проверили мы, естественно, этот объект по соблюдению санитарных норм. В принципе, замечаний комиссии не выявлено, поэтому мы результатом довольны. У нас в планах проверять наши все подведомственные объекты, подведомственное Министерство спорта. Расписано это в течение этого октября. Мы полностью проверим все наши подведомственные объекты.